Наталья Сыромятникова в очереди жилье для молодой семьи почти 7 лет. Встала в ноябре 2008-го. 35-процентную субсидию от государства рассчитывала получить в этом году. Очередь вот-вот подходила. Но в 2013-м резко изменилась приоритетная категория. И многие, кто встал в 2008 году на учет, оказались далеко позади. В приоритете семьи, вставшие на жилищный учет до 2005 года, и семьи с тремя и более детьми. В апреле 2013 года я была уже 262-я, по-моему. А в октябре стало опять 700 с чем-то. Номер у меня стал очереди. Рассчитывать на 35-процентную поддержку от государства теперь Наталья не может. Ей исполнилось 36. По условиям программы участником может стать молодая семья в возрасте до 35 лет. Однако у Натальи было полное право рассчитывать на краевую поддержку в размере 10%. Ей таким правом даже не предложили воспользоваться. Я прочитала сама в законе, что должны были по исполнении 36 лет предложить мне перевод на 10%, а не просто вот так вот прислать спустя год сообщение, когда мне исполнилось уже. Год уже прошел, когда мне исполнилось 36 лет. Прежде чем выкинуть из очереди, чиновники должны уведомить о том, что семья утратила право участника федеральной программы, после чего семья решает, вставать ли ей на учет по краевой программе. Наталья таких уведомлений не получала. Если случилось такое форс-мажорное обстоятельство, что семья не получила такое письмо, то, конечно, мы такое заявление на участие в краевой программе примем. Но это дополнительные трудности для семьи. Кроме того, надо понимать, чем быстрее такое заявление будет подано, тем быстрее вы получите эту выплату. Чтобы такая ситуация не произошла, надо изначально вставать на учет сразу по двум программам – федеральной и краевой, советуют в Управлении жилищных отношений. Правда, существовавшая до этого времени краевая программа на сегодня утратила свою силу. 1 апреля в регионе был утвержден механизм работы новой программы «Семья и дети». При этом очередь сохранилась. Сколько семей получит 35-процентные субсидии в этом году, пока неизвестно. Но точно одно – по федеральной программе финансирование с каждым годом уменьшается. В 2011 году в Перми выдали 205 свидетельств, в 2012 – 168, в 2013 – всего 108.